Приветствую всех, мои родные, любимые христолюбцы, на моем канале. Всем желаю радоваться, веселиться в Господе. Всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в божественную природу, в совершенный Христов возраст, по Его образу, Его учению, Его примеру, оставлен нам в Евангелии. Когда Бог 2000 лет тому назад явился во плоти и все нам показал, и проложил путь, и все нам явил. Не тайно, а явно. Хочу сказать слово о награде делателя, жнеца. Вечно тычут там проповедник. Да мы друг другу вечно тычем, что там тщеславие, гордость, лайки, деньги, что только не тычут проповедников или любого человека, в принципе. На самом деле радость... Ну, я за себя скажу. Я говорю, я не знаю, у кого как. Радость, награда, вернее. Вот. Меня, в принципе, спрашивали не раз. Ну, кто-то со злым умыслом, кто-то с добрым. Типа, какая цель вообще ты вот этим занимаешься? Я говорю, счастье людей. Вот. А счастье людей меня самого делает счастливым. Я счастлив только тогда, когда вокруг меня люди счастливы. Вот и все. В принципе, это естественное чувство и состояние любого человека. Если у тебя страдает кто-то из близких, дети, родители, друзья, смысл жизни-то в любви. Вот. И на самом деле прекрасно и когда ты любишь, и когда тебя любят. Все это. Вот. И поэтому награда на самом деле так можно поделить, в принципе, на две вещи: внешняя и внутренняя. Внутреннее очень хорошо выражено словами Иоанна Богослова, да? Для меня нет больше радости, чем видеть, как дети мои ходят в истине. Но он уже писал, будучи старцем этого, да? Помните, как он говорит, я старец избранной госпоже, то есть церкви пишу. Вот, я не старец, но радость-то у меня точно такая же, как и у Иоанна, да? То есть, конечно, внутренняя радость – это просто внутренняя награда, выражена в радости, когда ты просто видишь святых людей. Мы едем прекрасно, красиво. Начнем вот по плоти. Все язычники, ты видишь красивого человека, и все, у тебя к нему какие-то чувства, эмоции. Да, ты же красоту видишь. Люди какую-то картину там увидят, там восхищаются, миллионы долларов платят за всякую чепухню. Вот, здесь то же самое. Поэтому ну, человек-то красив не только внешне, но и внутренне. Ибо там живет точно такой же человек. Вот. И поэтому, конечно же, внутренняя награда – это радость. Просто радость, когда тебя окружают святые люди. Прекрасные люди и душой, и телом даже. Вот. Так что человек добрый, тебе радостно. Человек светлый, умный, долготерпеливый, кроткий, смиренный, милосердный. Смотришь на такого человека и любуешься им. И тебе это, как и многие вещи, эстетически доставляют радость. Ты вот смотришь и наслаждаешься. Чем мы тогда ездим смотреть что-то? Вечно нам зырки вот такие. Туда-сюда ездим все время. Море, природу. Точно так же, а уж высшее создание Бога на земле – это человек. Никуда ездить не надо. Вон нас миллиарды на земле. Посмотри и улыбнись, и сделайся счастливым от того, что ты увидел человека. Это высшее Божье творение. Вот и все. Посмотри, какой он красивый, какой он умный, какой он добрый, любвеобильный, веселый, да, вот, мирный. Да, иди ко мне. Все время пум-пумыч, а вот моя белочка, да? Белочка моя. Как ты, моя белочка? Девочка моя. Ну, ты будешь звездой Ютуба? Или тебе это не надо? Она у меня все время по ногам трется, в ногах у меня. На ноги встанет и стоит. Вот, так что внутренняя радость, обычная радость обычного человека. Просто когда ты видишь что-то красивое. А что может быть красивее святого человека? Да ничего. Вот. А так назовем ее внешнюю радость, внешнюю награду, вернее. Это внутренняя награда, это обычная радость. Может быть, кому-то, людям с окаменелыми сердцами, это кажется странным, что я говорю, но это действительно так. Вот. А
так назовем ее, внешняя награда и любого человека, в частности, проповедника, ученика Иисуса, учителя в церкви, апостола, пророка, да любого, я думаю, кто какими дарами там обладает, для него будет настоящей внешней наградой. Это вот когда я лично, и уже у меня есть такие свидетельства, когда люди мне просто свидетельствуют, что благодаря моему какому-то слову они стали лучше. Ну, это, в принципе, то же самое, да? Но одно дело, ты любуешься просто... Он же может таким становиться не от твоих... Это, может быть, не твоя заслуга, да? Он другого проповедника слушает. Ну, в принципе, он от другого... Человек от какого-то апостола, так назовем его, евангелиста, покаялся когда-то. То есть ты тут вообще ни при чем, да? И ты просто видишь церковь, я говорю, тело Христово, людей святых, и ты радуешься, и в этом нет никакой твоей заслуги. Вот. Ну, или ты там шлифуешь, допустим, уже радуешься. Вот. А другое дело, человек тебе лично, вот мне, это я уже лично, так скажем, награда, личная награда, личная радость. Опять же, в принципе, слово -то и так употребляется. Но я хочу немножко показать разницу. Когда человек лично тебе выказывает благодарность в том, что вот он говорит, да, я услышал, я изменился. Мне писали люди, они 20 лет христиане там, я говорю, курят до сих пор. 20 лет он ходит там к батюшке под полотенце там или еще куда-то. Я говорю, и ругаются там, жену может бить, изменять, будучи христианином. Вот. И вот услышал какое-то, ну, в частности, мое, допустим, слово, и говорит, я изменился. Вот зацепил, и все. Понятно, что приходит момент, это не то, что там ты себе заслуги приписываешь. Нет. У человека пришел момент, может быть, да, но все-таки Бог действует через тебя, да? Вот. И человек тебе это говорит, что да, я вот услышал тебя и вот бросил это дело, да, и заменил зло на добро, допустим, наоборот. Был жадным, стал милосердным. Реально, говорит, стал помогать людям. Мне, говорит, прям и все. Ну, а потом, понятно, он уже сам вкусил, что в этом и есть благость-то и счастье. Вот. Но если раньше сидел там, так это, слушать, да, милосердие, послушал по субботам, воскресеньям и дальше поехал миллионы зарабатывать. И копеечка копеечки, рубль к рублю, да? Вот. Или там про целомудрие, да, послушал и дальше поехал блудить или жене изменять. Вот, у меня вот такие вот свидетельства уже были. И меня всегда это, конечно, это вот такая внутренняя награда, так скажем. Тебе ничего не надо, просто вот действительно человек тебе говорит спасибо. Вот услышал и все. Причем, я говорю, он мог это слышать как бы у кого угодно, я вот про что. Одно дело, он просто христианин, он еще кого-то слушает, еще что-то читает, сам, естественно, живет. Ты его жизнь, ты просто радуешься. Ну, может быть, он там и тебя слушает, или от тебя, когда к какому-то делу научился, ты ему доброе дело, его жизнью научил быть христианином, да. Но он где-то еще подвязается, ты же видишь, что он... По сути, ты можешь быть и не примером для него в какой-то другой добродетели, там, долготерпение, да, сам-то ты недалек в этом, вот, и он у другого этому учится, тебя даже превосходит, ты просто радуешься, глядя на святых людей, ну, и что, в общем-то, ты тоже в теле Христовом как-то участвуешь, вот. Ну, а другое дело, да, он это все слышит от кого угодно, и вот от тебя лично услышал, и все-таки зацепило его какое-то слово, какой-то вид или еще что-то, я вот просто про это. И вот, конечно... Вот эта вот награда, наверное, внутренняя, это, вернее, даже внешняя, потому что это конкретно человеческое дело, уже его. Но к тебе оно относится. Меня всегда это, конечно, когда можно участвовать, когда стал человек лучше, меня всегда это... Я так и оцениваю свое служение, почему я, в принципе, и с удовольствием слушаю. Не потому, что я там опять в тщеславии. Нет, для меня это просто обратная связь. И когда мне реально свидетельствуют, что вот так вот, да, я вот действительно стал, знаешь, там, жить, стал не скрывать свою веру, стал проповедовать, вот тебя услышал и тоже понес. Все, рот не закрывается. То есть я вот понимаю, что, да, идет закваска, что работает это все. И вот это вот для меня награда. Все, мне ничего не надо, кто знает. Никаких десятин я ни с кого не требую. Вот, не нужны мне там эти не лайки. Это говорю, это обратная связь. А кто думает, что это мне нужно для тщеславия, это, конечно, глупость и бред. И я думаю, что многим другим, кого поносят там или еще что-то. Ну и, может быть, кто меня слушает, тоже это испытывает подобные вещи.
Вот, причем обычно слышишь, что ладно, ты бы от грешника это слышал, а когда ты слышишь от святого, понимаешь, что, ну, не от святого, вернее, а от так называемого христианина, по сути, человек, возможно, им вообще и не является ни на грамм, то это, конечно, задумываешься, он вообще кто. Вот. Надо на людей смотреть и видеть в них лучшее, а не худшее. Вот. Так что вот так вот. Поэтому радость просто видеть, просто, что мир прекрасный. А мир не может быть прекрасным без прекрасных людей. Это вот цель. Даже я, наверное, не так сказал, получается, тавтология, да. Внутренняя, то есть цель, логос, мысль, да, ум, Отец Небесный. Это вот, ты понимаешь, что если мир станет прекрасным, ты как раз будешь сам блажен и счастлив, потому что тебя будет окружать не тебя, а вообще мир будет. Мы просто представить не можем, насколько мир бы был прекрасен, если бы в мире вообще не было зла. Соответственно, все люди, потому что зло исходит только из сердец человеческих. Ну и, как я говорю, нам хоть не видны бесы, но понятно, мы понимаем, что они имеют какую-то свободную волю, все-таки добро и зло избирают, поступают, творят. Вот. И вот если бы это зло не выходило из сущностей человеческих и ангельских, вот, то мир бы был прекрасен. Мы даже представить такой мир не можем, когда вокруг одна любовь, одна радость, один мир. Вот. И поэтому внутренняя цель, конечно, вот так скажем, сеять, да, но чтобы потом пожать, конечно. Вот, ты сеешь, а вот пожинаешь ты что? Да ты сам пожинаешь радость, благость, счастье. Ну от чего? От того, что ты сеял, и кто-то вырос. И вот эта вот награда, потому что она обоюдная. Господь прекрасную в мире форму, да просто это его природа. А любовь же делает человека счастливым. Так что вот так вот. Что тут еще прибавить? Да ничего. Вот. Но я говорю, а личностная просто еще есть в общем. Ты понимаешь, что ты в общем деле участвуешь. Я говорю, и просто радуешься святых. Причем ты порой просто задал, я говорю, толчок-то, а дальше он действительно сам. Ты ему уже немного даешь. Его просто раз торкнуло, что да. Решился он открыться и действительно жить в мире со своей природой, с природой Бога, которая святость. И святость вот в этих прекрасных свойствах во всех. И все. Ну, а другое дело, какие-то вот мелкие нюансы, там, что-то человек сделал благодаря тебе, вот какой-то шаг очередной. И это доставляет тоже радость. Что ты же сделал, ты же все-таки добро сделал. Потому что человек там что-то бросил, какую-то грязь, и стал, наоборот, делать что-то прекрасное. Ты испытываешь от этого радость, от добрых дел. Вот. И я говорю, вот, мне даже христианами не поворачивается язык называть, это грешники. И вот они тебя тыщут, жалят, что ты просто упиваешься действительно добрыми делами. А это здорово. Господь и сказал, что это будет тебя блаженные, соблюдающие слово. Ты будешь счастлив того, что ты делаешь мир лучше. Ты не будешь от этого угрюмым, недовольным, ты будешь как раз радостным от этого. Ну, грешнику это или псевдохристианам этого просто не понять. Вот так вот. Поэтому награда, она простая. Подписывайтесь на мои каналчики. Ставьте лайк, если ролик понравился. Делитесь им, с кем считаете нужным, на YouTube, в социальных сетях. Пишите ваши комментарии, мысли, размышления, задавайте вопросы в рубрике «Вопрос-ответ». Я на них буду в формате видеороликов отвечать. Всех целую, крепко обнимаю. До встречи в следующем ролике. И помните заповедь Иисуса – любить друг друга.